Телеканал 24 ДОК представляет. Самая главная история со СПИДом заключается в том, что, что эта история не про болезнь. Это история, я бы сказал, ну, социальная. Да? Это история про, значит, как бы общество. Чем больна твоя мама? У нее СПИД. Как она заразилась? Продавала кровь. Понятно, что, так сказать, история, которая рассказывается в фильме, когда вот там из-за забора крови куча народу вдруг получила ВИЧ, и дети там, и все такое. Это, конечно, история, в общем, жуткая, но куда большей проблемой, мне кажется, даже не то, что вот там shit happens, да? Вопрос в другом. Вопрос в том, как к ним потом, так сказать, общество относится. Когда я был в третьем классе, я сидел за одной партой с одноклассником, и он попросил меня пересесть. Хоть я и не заражен, но они все равно меня боятся. 100 раз там разные люди говорят, что вот я бы помогал этому ребенку, но он же больной. Вот мои дети играли бы с этим ребенком, но ведь тогда с моими детьми не будут играть другие как бы, дети. Да? Вот это вот важная вещь, которую нужно преодолеть. Незачем бояться, это не так опасно, как вы думаете. Не опасно? Ну да, бояться нечего, конечно. Важная функция человеческого, значит, как бы мозга заключается в том, чтобы преодолеть это свое нерациональное звериное чувство и поместить на место нерационального звериного, да, рациональное, человеческое, сострадательное, да, потому что, ну, если мы не будем этого делать, да, если мы не будем заниматься, в частности, людьми, живущими с ВИЧ, знаете, что случится? Мы все заболеем СПИДом.